Бобруйчане посетили Палату представителей Национального собрания Беларуси. В числе делегации, которую возглавляла председатель Бобруйского городского совета депутатов Ирина Рынейская, были депутаты горсовета, члены молодежного парламента при горсовете депутатов. В ходе информационной встречи участники смогли больше узнать о работе главного представительного и законодательного органа страны, а также о его функциях и основных компетенциях. 26 сентября в Беларуси пройдет единый день безопасности. Ключевая цель – обучение населения действиям при пожаре, нештатных ситуациях и оказание первой помощи пострадавшим. Актуальность темы безопасности практически ежегодно подтверждается трагическими примерами. Пожар в ночном клубе «Хромая лошадь», город Пермь, Россия, в ТЦ «Зимняя вишня», город Кемерово, Россия. Кондитерская фабрика «Красный пищевик» стала лауреатом республиканского конкурса импортозамещения в номинации «Заказчик года». Предприятие сумело существенно сократить импортную составляющую для производства продукции, расширить номенклатуру закупок компонентов и комплектующих у отечественных субъектов МСП. «Динамо Шинник» продолжает домашнюю серию с еще одной питерской командой в соперниках СКА-1946. Команды встретятся уже сегодня в 19:00 на Бобруйской арене. Билеты уже в продаже. Болеем за наших. Сейчас юные динамовцы занимают лидерскую позицию в турнирной таблице Западной конференции Серебряного дивизиона. По субботам и воскресеньям в Бобруйске проходит ярмарка «Золотая осень». Располагается она на открытой площадке по улице Максима Горького, проезжая часть вдоль 41-го дома. В богатом ассортименте сельскохозяйственная продукция, мясная, рыбная, товары пчеловодства, плюс широкий выбор саженцев, плодовых деревьев и кустарников.